Большая надежда ивановского спорта. Гимнастка Владислава Шаронова стала победительницей первенства ЦФО по художественной гимнастике по программе кандидатов в мастера спорта. Победа далась непросто. Тяжело. У нас там первые 3 дня мы просто выступали, а потом кто-то брался в финал. Делали сразу 4 вида. 4 вида – это очень сложно. Ну, сразу выступать в одном потоке. Владислава с 2019 года является членом молодежной сборной России и тренируется в Иванской спортшколе номер 2 у Елены Сиваракша. Сейчас Владиславе 12 лет, 7 из них неразрывно связаны со спортом. Я считаю, это заслуга всей нашей федерации Ивановской области, потому что многие тренеры помогали. Вот. Девочка очень целеустремленная, и мы очень рады, что у нее получается. Очень трудолюбивая. Очень много времени проводит в зале, поэтому и результат. Как известно, любой результат – это итог кропотливого труда. На достигнутом Владислава останавливаться не намерена. Гимнастка, как и любая спортсменка, мечтает стать олимпийской чемпионкой. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.